В нашей стране автомобили Peugeot, несмотря на множество оказавшихся провальными попыток, толком закрепиться не смогли. Однако европейская публика любит и ценит машины со львом на решетке радиатора. Чтобы зафиксировать результат, выделившись на фоне Гольфа и Астры, третье поколение модели 308 французы сделали максимально отличным от других. В образе сквозит не серьезность, а легкость и спортивность. Секрет такого восприятия в удачных пропорциях, ведь длина разом выросла на целый дециметр, а высота, напротив, чуточку уменьшилась. Закрепляют эффект мощные выштамповки кузовного железа и эффектные росчерки ходовых огней. Салон, напротив, представляет собой нагромождение ломаных линий и сложных объемов. Хотя концепцию iCockpit с маленьким рулем, виртуальными приборами и ощущением кокпита в дизайнерских кругах принято хвалить, а не ругать. Те времена, когда любая новинка предлагала сразу пяток разнообразных моторов, прошли. Все нынче воюют против издержек. Так что под капотом 308-го могут скрываться лишь два мотора – бензиновый или дизельный. Инженеры не стали размениваться на мягкогибридные приставки, а сразу сделали полноценные подключаемые гибриды. Их суммарная отдача составляет серьезные 180 и 225 сил. Хотя на чистой электротяге 308 пройдет лишь 60 километров. В основе машины лежит третье поколение общефранцузской архитектуры EMP2, поэтому сзади осталась безальтернативная полузависимая балка. Зато свежая итерация платформы принесла снижение массы, уменьшение вибраций и поддержку современных ассистентов. Собственно, к концу года хэтчбэк получит комплекс помощников, который будет включать систему автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, функцию удержания внутри полосы плюс полуавтопилот для обгона на трассе. И еще. Именно этот автомобиль стал первым, который примерил свежий логотип Peugeot. Отныне марку будет представлять голова льва внутри геральдического щита, а прежняя хромированная фигурка отправлена на свалку истории. Следующая новость идет, что называется, прицепом. Opel вывел на тесты шестую генерацию Астры. Вырастет немецкий цветок на грядке упомянутой платформы EMP2. А значит, 308 будет ближайшим родственником будущей молнии. В принципе, память россиян об этой модели может заставить российский Opel вывести новую Астру на отечественный рынок.